Всем привет, ребята! Мы сегодня решили выехать на природу. Ярослава учится играть у нас в бадминтон. Не очень у нее получается, но она, конечно, не сдается. Да, ребята, пожалуйста, поддержите меня лайком. Ты поздоровайся сначала. Привет! Такая хорошая сегодня погода, жарко так на улице. Мы, в общем, приехали и на пикник, и на рыбалку. Папа наш сейчас ловит рыбку, а мы с Ярославой играем в разные игры. Невысоко подбрасывай. Ты сильно высоко подбрасываешь. Поэтому не получается, да. Вот, видишь? Ладно, что-то у меня не очень получается играть. Пойдемте, я вам лучше покажу, как я расположилась. Вот мое королевство! Мы постелили коврик уже с Ярославой, поставили палатку. О, а тут Поля, она рисовала. А ты покажи, в чем наша Полина приехала. Вот она все приехала. Нет, я имею в виду не в коляске, а в чем ты ее привезла? А вот. В переноске. Видите, какая у нее модная подушка, даже две. Это у нее тигрик? Это самая любимая ее игрушка. Она ее так сильно любит. Ну, вообще-то, это подушка. Это Ярослава ее делала. Был специальный такой крючочек, и нужно было продевать вот эти вот цветочки внутрь этой кошечки. А вот это вот она нарисовала. А что это такое? Злодей. Полина у нас умеет рисовать злодеев? Да. Не только злодеев, она может рисовать и супергероев. Это я рисовала. Молодцы. Мы сейчас с Полиной охлаждаемся. На улице, правда, сегодня очень жарко. Покажи, что это такое? Это такой пропеллер. Крутишь, и тебе дует. Это ручка, вентилятор. Да, это такой вот арбузик я выбирала. Вот так вот, смотрите, она раскладывается. Еще и пахнет арбузиком. Да, пахнет. Я с собой на пикник взяла вот такой вот набор с овощами и фруктами на липучках. Будешь готовить Полине салат? Да. Я еще взяла вот такой вот наборчик. Мы будем строить с Полиной замок. Что нам нужно сделать? Этот набор собирается без ножниц и клея. Время сборки 30 минут, пишут. Здесь 70 деталей. Вот, в дворце есть маленькая принцесса. В общем, дом будет двухэтажный, 23 предмета мебели, 6 игровых персонажей. Ну, должен быть очень интересным. Так, еще я распаковала киндер, и там мне попалась вот такая вот игрушечка. А расскажи, откуда эта девочка? Она из Миньонов. Вот. Ну а также мы взяли всякие вкусняшки. И еще вот такой вот парашютист. Да, попробуем его запустить. Он еще светится. Должен светиться вот такой вот парашютист. И он как бы должен летать. Но я думаю, его нужно запускать с высоты. Не знаю, распакуем, в общем, посмотрим. Да. Сейчас я тебя, Полинка, накормлю. Что у тебя живот большой-большой будет. Так, надо пожарить картошку фри и порезать ее. И у меня еще есть коробочек для нее. Я ложу туда картошку фри. Вот, держи, Полинка. А сейчас я тебе еще дам фанты. Держи фанты. И пиццу порежу ножичком. Вот. Я ее положу на тарелочку. Еще я тебе дам мороженка. И дам вот такую вот штучку. Как она называется? Блины? Кекс. Кекс. Я так понимаю, Полина пришла в Макдональдс. И пицца, и картошка фри, и фанта, и мороженое, да? Ты ее решила фастфудами накормить? Да. Бери, Полина.
Ну, Полина. Ну, Жорик, обжорик. Я думаю, нам нужно ее сейчас будет спать уложить. Наелась она, пусть ложится спать, а мы будем с тобой дом собирать, да? Да. А то она сейчас увидит дом и будет говорить: я тоже хочу собирать, я тоже. И наделает нам делов, будем потом разбирать. Где она будет спать? В переноске вот, или да. Просто? Она в переноске всегда спит. Вот у нее кровать, у нее тут есть подушечка постелена. Видишь, постелена вот. Вот оно. Смотрите, какой у них дворик будет. Смотрите, ребята, сколько много здесь деталей. А ну да, я посмотрю. Так, это у нас схема сборки элементов мебели. Здесь шкаф, трюмо. Вот такой вот дом должен получиться у нас в сборе. А ну-ка, что здесь у нас есть? Открывай. Это вот наши детали. Смотри, Ярослава, раскладывай его. Видишь, он так собирается. Аккуратно. Аккуратно, аккуратно, мам, не надо вот так. Ух ты, какой классный. Смотри, это все нам нужно достать. Это король с королевой, правильно? Там песик даже есть. Котик, песик, малыш. Ты где там? Я тебя не вижу. Мам, смотри, котик. Ага. Песик. Да. Малыш. Да. Мама, папа и малышка. А ну дай я с этой стороны посмотрю. Ой, как красиво. Так, а что еще здесь есть? Вот еще у нас есть детальки, это все нужно подоставать. Это у нас тарелочки, кухонные приборы, камин. А еще здесь что есть? Ой, сколько много здесь всего. Я не знаю, Ярослава, у нас с тобой не поместится этот домик, наверное, на столике. Я тебе говорила. Ну, сейчас будем пробовать. Он не поместится, мам. Спускаемся. В общем, мы сейчас подостаем все детальки и будем собирать. Мам, смотри, а вот их семейная фотография. Угу. Здесь еще, смотри, даже написано на этом замке. Итак, друзья, мы уже кое-что с Ярославой собрали и сейчас вам покажем. Мы уже тут сделали персонажей. Тут есть такая вот маленькая девочка, королева, король, еще меньший братик этой маленькой девочки и где-то собака. Вот собачка. Собачка. И кошечка где-то была. Кошечка вот она где-то. В общем, вот наши персонажи. Лежит. Девочку эту маленькую принцессу зовут Виктория. Вот она. Вика. Да. А также мы с Ярославой собрали мебель в наш домик. Показывай, есть, что здесь есть. Тут есть стол. Угу. Стул. Еще тут есть вот такой вот гардероб. Ну, как его сказать? Шкаф. Шкаф, да. Стульчик еще один. Креселка. Кроватка. Посмотрите, какая кроватка. Книжкой. У нас, кстати, не одна кроватка. Вот это, наверное, для родителей побольше. А это вот поменьше. Это для, зеркальце. Наверное, это зеркальце. Да, трюмо. Вот лампочка есть. Ой. Правильно, торшер это. Так, вот еще есть у нас с игрушками такая штучка. Также у нас есть еще один стол. А это что такое, помнишь? Это кресло. Это диван. Это диван точно. Да. Вот, смотрите, сколько всего мы уже собрали. У нас, правда, пока не получается собрать эту колясочку для маленького братика. Но, может быть, папа подойдет, поможет нам ее собрать. Да. А так, в принципе, мы все пособирали. Вот и кустарники здесь есть. Набор очень интересный. Но, честно вам скажу, вот это все мы собирали больше, чем полчаса. Да. Также мы собрали вот дом. Но только не дособирали еще этажи. Этажей у нас будет 3. Сейчас мы полностью все дособираем и покажем вам. Пока никто не живет. Ура, наконец наш замок готов. Мы на него, ребята, потратили целый час, а не полчаса, как написано в инструкции. Ну что, будем теперь показывать? Да. Входим в наш замок. Кто нас здесь встречает? Нас встречает король, королева, собака
И это принцесс. Вот они, смотрите, наши персонажи. А это сам замок. Ой, мама, а кошка уже туда забежала. Смотрите, ребята, у нас в доме есть 3 этажа. На каждый этаж мы уже расставили мебель. Что у нас находится на первом этаже? На первом этаже у нас находится спальня родителей. Еще у нас там находится кухня. Потом мы поднимаемся по лестнице на 2-й этаж. И что там? Тут есть спальня девочки. Принцессы. Да, принцессы. Угу. И еще тут есть зал, в котором кушают. Потом поднимаемся на 3-й этаж, и там у нас... спит братик. Есть маленькая колясочка, в которой спит малыш, и камин. Вот такой получился красивый дом. Сейчас братик тоже приедет сюда. Вот братик спит, а вот кошечка. Кому понравился замок принцессы, ставь лайк. Ярослава закрылась в палатке, сказала, что пошла спать. Сейчас мы посмотрим, как она спит. Опачки! Здравствуйте! Здрасте! А что ты делаешь? Ты сказала, что спать пошла. Спать подождет, я кушать хочу. Ну ты даешь, ты меня обшутила, да? Я думала, ты спишь, а ты здесь тихаря кушаешь. Ярослава докушала, и мы решили переехать на другое место. Сейчас она ходит и мочит ноги. Посмотрите, какая здесь красота. Какой вид. Я тебе здесь так понравилась. Мне понравилось здесь ходить. Так хочется покупаться, да? Да. Ты рыбу сегодня будешь ловить? Руками. А почему не удочкой? Не У не тебя знаю. Есть и сачок, и удочки. А ты ходишь, ноги моешь, мама, рыбу пугаешь. Ловись, рыбка большая и маленькая. Ловится? Нет. Что-то с очком не получается, попробую сейчас на удочку. Еле-еле выпрыгнул, как космонавт. Кормочки забросила, теперь ждем поклевки. Смотрим. Клюет? Нет, мамочка, нужно терпение. Ты же разговариваешь, и рыбки не плывут, они боятся. Надо тихо. А сейчас клюет? Нет, тихо, мама. Хорошо. А уже клюет? Ну, по-моему, вот это уже клюет. Сейчас колокольчик зазвонит и сразу дергай. Тоже колокольчика нету. Есть, вот смотри. Мне кажется, что он только дрожит. Следи внимательно. Час не клюет, 2 не клюет, 3 не клюет. Что делать будем? Наверное, уже надо сматывать удочки и ехать домой. Ты же говорила терпение, давай еще посидим. Давай. Пока папочка следит за моими удочками, я открою парашют. Ого, какой он большой. Я и не думала. И я, если честно, не думала, что он такой большой. А ну включи, он светится? Светится, светится. Дай посмотрю. Ну, да и так видно, светится. Блымает, светится разными цветами. Что? Я не понимаю, как это разобрать. Ну, я думаю, что его нужно с высоты запускать. Да? Вот у нас как раз есть такой обрывчик здесь. Ты можешь туда сверху встать и попробовать его спустить. И попробуй его бросить.
Ну классно, он летит, но только для него нужна еще выше высота. Бросай. Сейчас папа нам попробует бросить парашют. Запускай. Круто! Получилось! Крутой парашют! Но лучше всего его запустить с балкона. Тогда он будет дольше лететь. А вот мой первый улов. Вот такую я рыбку поймала. Я думаю, что наловлю сегодня много рыбы. Кто тоже любит рыбалку, поставь лайк и подпишись на мой канал. А также на мою группу в Инстаграме. Пока-пока!